Доброго времени суток, дорогие коллеги. С вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Я, конечно, не супермонтажист, но кое-что умею делать для своей команды, некоторые ролики. И сегодня мы с вами посмотрим, как сделать ролик для своей команды, чтобы он был с видеофутажом и чтобы были бегающие поздравлялки. Да? То есть смысл этого видео – создать красивую эффектную поздравлялку в минимальный срок, чтобы у вас это много времени не занимало. Может быть, первый раз у вас что-то получится медленно, но я вас уверяю, на второй, на третий раз у вас уже будет набита рука, и вам будет намного легче и намного проще уже. Да? Итак, значит, мы заходим в раздел «Отчеты». В разделе «Отчеты» мы видим информацию по личной группе. Мы ее нажимаем «Скачать предыдущий каталог», предыдущий. Да? То есть поздравления, конечно же, бывают только по итогам. У нас с вами, когда мы нажимаем «Показывать только свою структуру», тут будут люди без людей ваших директоров. Я думаю, это ни к чему хорошему не приведет, если вы будете поздравлять только своих. Если вы серебряный, золотой, рубиновый и так далее, поздравляйте всех, поздравляйте всех. А еще я вам рекомендую, так как вебинары поздравления интернет-проектов Фаберлик Онлайн ведется с 12% и до победного, я вам рекомендую составлять поздравлялки от 3 до 9% и потом просто говорить, что остальные поздравлены лично основателями проекта. И, в принципе, у вас получится коротенькое видео, не на полчаса, и людям будет приятно увидеть себя. Можете какие-то фотографии вставлять, можете еще что-то, да. Вот, я лично так начала в последнее время делать, потому что если поздравлять людей, которые не забирают свою объемную скидку, вот еще, да, один момент, и вы реально будете их поздравлять, но за что? Они не получили свои деньги, их компания даже не видит как полноправных партнеров для себя, так ведь они не получают деньги. То есть мы поздравляем только тех, кто сделал 50 баллов на данный момент, и я думаю, что это больше стимулирует людей к росту, чем поздравлять людей просто так незаслуженно, потому что он есть в вашей структуре, да, и сделал там заказ на 5 баллов, да. Вот, значит, включить в отчет неактивных консультантов – это люди, под которыми нету структуры. И если люди, под которыми нет структуры, будут у вас в распечатках, они все равно будут удалены, потому что мы поздравляем от 3 до 9%. Ну, лично я буду это видео так составлять. Итак, поехали. Распечатка распечаталась, да, как мы с вами видим, и мы ее забираем в Excel. Забираем в Excel, сейчас она выгрузится, и мы закроем эту вкладочку, потому что она нам больше нужна не будет. Вот, предварительно, как вы видите, я нашла красивые картиночки поздравления для команды, так и набрала в интернете. И, как вы видите, их тут очень много, они все красивые, замечательные, ими тоже я скачиваю их, мне очень нравится ими пользоваться, да. Также предварительно я нашла видеофоны, футажи и заставки, да, для видео. Футажи, да, то есть, конечно же, я могу выбрать фон для видео футаж, можно написать светлый, да, светлый, поздравления, можно что угодно написать, и у вас, конечно же, другие немножко выйдут, да, видео. Так, это у нас вот эта вот штучка грузится, да, распечаточка, нажимаем ОК, она у нас с вами открывается. И мы с вами уже видим открытую распечатку. Так, давайте с распечаткой позже разберемся. Вот, и, конечно же, фоны, футажи, нарциссы, красивый фон. Да, вот как вы видите, их тут очень-очень много. Лучше бы, конечно, что-то читабельное и чтобы подлиннее. Да, ну, вот давайте зайдем вот сюда. Тут 92 видео. И, конечно же, будем смотреть, какие нам понравятся, какие мы хотим. Вот этот мне уже нравится. Он светленький, приятненький и весьма читабельный, да? Вот. Далее, значит, также, ну, как вы видите, они тут минуту. Сделайте его сайт. Ох. С Викс вы создадите собственный профессиональный сайт.
эти видео везде нас достают. Да, ну лучше, конечно, найти какой-нибудь минуточек на 5, потому что, ну, это очень мало. Это можно кого-то одного, да, поздравить, как вы видите. По времени, ну, можно несколько таких вот, да. Ну, вот давайте попробуем вот этот скачать. Вот он у нас пошел, да. И попробуем еще вот следующий тоже скачать. Он тоже, в принципе, симпатичный. Да, смотрите, какой хорошенький. Очень даже хорошенький. Можно тоже и его скачать. И так, далее, футаж праздничный. Давайте посмотрим. Вот этот вот, наверное, очень красивый. Сейчас мы их с вами накачаем. Эту красоту. Ой, ну тоже здорово. Ой, ну тут, конечно, будет нечитабельный фон. Вот. Ну, можно как-то покрупнее, может быть, помедленнее пустить. Да. Давайте попробуем. А также вот футаж для поздравлений. Ну, шоколадная любовь. Мне кажется, он не такой яркий, красивый, искристый. Нет, вот, наверное, просто вот это вот. Или кого-то в серединке вы можете подписывать, да, вот. Или вот такой обычный футаж. Давайте тоже скачаем. А также их можно, вот они все скачиваются у нас. Также их можно сейчас найти. Давайте еще раз нажмем на лупу и найти подлиннее. Есть 5-минутные, их можно резать. И, конечно же, на любом фоне вы сможете поздравлять своих людей. Вот-вот-вот. Видеофон простой, универсальный. Да, то есть видеофоны, они идут минут уже по 5. То есть их уже приятнее брать. Их тут, как вы видите, 280 штук. А они есть различные, есть очень даже красивые. Да, вот давайте такой видеофон посмотрим. Я думаю, вы узнаете, да, эти розочки, откуда они взялись, да, вот. И, конечно же, вот тут тоже много всяких разных, да, вот, смотрите, тоже фон для поздравления, тоже, я думаю, очень, наверное, симпатичный. Да, смотрите, какая красота. Ну, давайте посмотрим, 5 минут он идет. Да, давайте нажмем скачать. Вот оно поехало. Пока оно скачивается, давайте вернемся в распечаточку. Что я делаю? Удаляю макушечку для того, чтобы, ну, не мучиться. Выделяю верхнюю строку, сортировка и фильтр, фильтр. Возвращаюсь там, где идут заказы. Да, ЛО, ОЛГ. По ЛО сортирую от максимального к минимальному. И мы с вами видим королей, королев продаж, VIP-консультантов, которых вы можете, да, поздравить. А остальных, конечно, лучше бы и удалить. Вот. Я поздравляю только тех, кто сделал 50 баллов. Поэтому я сейчас отсортирую людей. Всех, кто не сделал их, то есть не получил свои выплаты. Вот, поехали с вами. И быстренько сейчас всех удалим. У меня уже структура еще как бы большая. Если вам хочется, вы можете поздравить всех, кто сделал балловый заказ. И я думаю, это будет правильно, если вы будете поздравлять всех активных, кто сделал балловый заказ. Вот. Я, к сожалению, уже, как вам даже сказать, не имею, к сожалению, такой возможности. Если я буду поздравлять всех-всех-всех при всех, то более 30 тысяч человек в структуре. И, конечно же, видео будет на час, как вы понимаете. Да, вот как вы видите, более 7 тысяч человек, которые делают заказы. Вот уже и 8 тысяч пошло. Угу. То есть, конечно же, мы... Вот уже к 9 подбирается. Да, ну и вот пошли люди, как бы тут идут терминации, те, кто не сделал заказ и так далее. Сейчас, минуточку. Так, видео у нас, наверное, уже с вами скачались. Их сейчас можно будет открыть через киностудию.
Вот таким вот образом я удаляю всех. Так, тут у нас тоже нолики, да, идут. Давайте нолики тоже зачистим. А, ну и все, поехали. У нас остались с вами одни люди. А, теперь мы с вами будем смотреть, каким образом, да. А для начала мы с вами будем поздравлять лидеров. А, конечно же, наставник нам не нужен, дата регистрации, статус. Они нам не нужны. Мы их чистим, зачищаем. Вот, потом ЛО, ОЛГ и ГО. А, так как я поздравляю людей, которые у нас с вами, как даже сказать, идут от 3% и выше, да, то смысла нету сейчас мне что-то там пересортировать и личный оборот, да, смотреть. А, то есть мы с вами вот этот столбик можем скопировать. И как бы его удалить, да, но перед этим мы с вами передвинем этот столбик, да, то есть вот вставим и вставить столбцы на лист. Вставим мы, конечно же, их куда-нибудь сюда. Да, вот у нас столбцы вставились, а немножко не в то место. Сейчас я удалю. Я, наверное, плохо нажала на кнопочку. Да, вот, наверное, сюда. И вставить столбцы на лист. Ну, должно сейчас тут появиться. Вот оно появилось, и я этот столбик сейчас, да, вот сюда переношу. Вот так, минутку. Ctrl-C, Ctrl-V. Я его перенесла, этот ЛО, и вот отсюда я его могу удалить, и я могу видеть ГО, да, своих девчат, которые от 3 до 9%. Так, нажимаем удалить, удалить, и у нас остается только один ГО. И тут мы уже смотрим людей от 3, от 3 до скольки процентов, да. Так, это все у нас люди, которые... сделали. Вот, вот пошли люди от 3%, да, то есть вот они наши умнички, и сейчас мы с вами будем как раз отсюда прямо составлять поздравлялку, да, вот, смотрим, значит, куда у нас скачалось вот это все дело, наши загрузки, значит, открыть папку с файлом, открываем, то есть вот это все мы с вами можем открыть с помощью. Так, воспроизвести, конвертировать, поделиться, добавить. Так, а если одну? А вот, открыть с помощью, значит, придется по одной. Ну, ничего страшного. И открываем программку Киностудия. Оно сейчас немножко пообрабатывается, я поставлю на паузу. Да, вот оно открылось. И, как вы видите, Киностудия подготавливает файлы. А в принципе, это нормально, да, это нормально, она сейчас все это подготовит нам, сделает, и все будет окей. Значит, если мы добавляем с вами по одному, то мы с вами еще можем добавить все, что угодно, да, то есть давайте с вами откроем минутку. Так, закрыла нечаянно, да. Добавим с вами фото и видео. И сейчас мы с вами, в принципе, можем добавить абсолютно все. Да, то есть оно у нас, скорее всего, сидит в загрузках. Да, и вот эти видео, так, это я удалю сейчас, чтобы оно мне не мешалось. Да, я, то есть, все вот эти вот видео могу в легкую открыть, и они у меня в рядочек, как вы видите, встают и встают в очередь на обработочку, да, вот тут вот внизу. В общем, ждем, пока обработается. С вами все обработалось, то есть, вот эти картиночки, их можно переносить, как вам хочется, да, то есть, как вам нравится, можно переносить их, да, их можно... копировать и вставлять сколько вам угодно, да, раз, то есть вы их навставляли, и у вас, допустим, получается такой вот бесконечный фон, да, смотрите, сейчас одна картиночка закончится, начнется другая, но это будет незаметно на видео,
таким вот образом. Или вы можете одну длинную скачать, то есть как вам захочется. Да, вот видите, раз, и снова начинается, да. А то же самое, или вы можете сделать меняющиеся фоны, да. Вот, к примеру, мы сейчас дойдем до конца одного видео, а тут уже получается другое видео, да. И после другого видео уже будет получаться третье видео. Тоже весьма интересно, да, и весьма красиво. Значит, что мы с вами делаем? Тут мы с вами можем написать, ой, так, не название, да, а можем написать заголовок. К примеру, пишем заголовок и смотрим, сколько видео вообще в секундах, да, у нас с вами было. И пишем, да, привет. Да, допустим, привет, дорогая команда, да, дорогая команда. Спешу вас, к примеру, поздравить. Спешу вас поздравить. Все это дело мы с вами выделяем, чтобы оно было красиво, да. И, конечно же, можно сделать по центру, можно сделать красным, зеленым, синим, любым цветом. То есть, конечно же, мы это сюда сделаем и начнем увеличивать. Уменьшаем, да, то есть, как нам хочется, как нам надо. Можем сделать уже и вот таким вот образом, чтобы оно вышло вот именно вот сюда. Да, оно у нас вышло, также можем сделать жирно, подписать, да, также можем сделать вылет текста, можем сделать, чтобы он выбежал, и вот тут вот он, чтобы остановился или убежал, да, то есть вот обратите внимание, вы можете сделать это всяко-разно. Давайте я остановлюсь на этом деле, и, конечно же, лучше всего взять какой-либо размер контура, потому что как-то, ну, пустовато. Вот теперь давайте посмотрим с вами длительность показа текста всего 7 секунд, потому что, ну, куда еще дольше. Давайте сделаем, да, привет, дорогая команда. Вот, и, в принципе, вот так оно выскакивает. Спешу вас поздравить. А тут вы уже отсюда стоять. Да, отсюда, а вы уже вот эта полосочка, а можете сделать второе название, да, значит, заголовочек, очень страшно его делать, да, заголовочек, вот он у нас, маленький заголовочек появился, да, и вот этот заголовочек мы с вами будем писать. Поздравляю с о окончанием каталога 8. Да, можно написать 8-2017. И то же самое, переносим текст куда нам надо. Выбираем, что нам нужно. Жирно можно сделать курсивом, увеличиваем, да, то есть расширяем, чтобы текст красиво смотрелся, да. И, конечно же, так, еще минуточку. Вот, ой, нет, минутку, вот, да, то есть сделайте тоже, можете красным контур, узкий, можете сделать желтеньким, да, видите, он получается. И сейчас смотрим, что получилось, да, привет, дорогая команда, да, спешу вас поздравить, поздравляю с окончанием каталога 8. Ошибки тоже исправляются легко, да, и далее вы можете опять-таки вот эту штучку сюда сделать. Вы огромные молодцы, да, к примеру, можно написать. Опять ставим заголовочек и пишем, да, вы огромные молодцы. Ну, это так, да, к примеру, как сами понимаете, текст не очень, но самое главное передать вам суть. Как пользоваться этими вещичками всеми. Так, прибавляем. Также делаем жирно. Вы огромные молодцы. Да, то есть раз, два, три. Да, можно также написать там «Я вами горжусь». Потому что, ну, как-то пустовато, да. Можете написать структура там Кононовых, да, то есть свою фамилию, как директора называете.
И все. Можете вы там заглавные буквы сделать, немножечко расширить текст и поставить восклицательные знаки, да. То есть можете также анимацию сделать, как вам хочется, да, вот такую анимацию, такой вот, допустим, цвет давайте сделаем зеленый, размер узкий контура, и, допустим, тоже сделаем желтым, да, смотрим. Вы огромные молодцы. Вот, и сейчас смотрим, что у нас получилось. Привет, дорогая команда, спешу вас поздравить. То есть это можно все сократить по времени, да, и это будет все на одном фоне. Поздравляю с окончанием каталога, забыли сделать анимацию, давайте сделаем какую-нибудь симпатичную анимацию. Ага, вот так можно, можно вот так. Да, а это совсем поедет далеко, да. Можно вот, кстати, как угодно, да, выбрать, чтобы, ну, не совсем было скучно, да. Поздравляю с окончанием каталога. А, ну вот, в принципе, красиво, да. Давайте заново посмотрим. Поздравляю с окончанием каталога, да, тоже симпатично. Вы огромные молодцы, я вами горжусь. И переходим на другой фон, да. На другом фоне вы будете писать, да, к примеру, свой прирост, приток людей какой-либо, да, может быть, кто-то у вас выиграл в каком-то конкурсе, вы перечисляете фамилии. Обычно на таком шикарном фоне я бы вам рекомендовала поздравить VIP, допустим, консультантов, да. Пишем, значит, опять заголовок. А этот заголовок можно сделать, допустим, побольше минут, да, 17 минут. Ой, 77. Так. 17 минут, да, как вы видите, нажимаете на пустое место, и как раз все, что вы напишете, оно тут будет. А, да, что вы пишете? Давайте сначала с вами увеличим все это дело красиво, сделаем посерединке. А, так, да, для начала поздравим, допустим, VIP-консультантов. Консультантов. Для начала поздравим VIP-консультантов. ЛО более 100 баллов. Да, ЛО более 100 баллов. И вот это вот все дело вы можете сейчас сделать как-то бы, можете, как вам даже сказать, так, жирно как-то. Некрасиво. А, ну вот так, да. Цвет текста можете выбрать, допустим, желтый, потому что надо что-то посветлее. И размер контура может быть вот такой, да. Ой, нет. А если вот, вот такой? Ага, вот, отлично, да, смотрится. Для начала поздравим VIP-консультантов. И, конечно, сделаем вот так, да. Длительность анимации тут тоже можно выбирать, как вы видите. Нажимаем, да, для начала поздравим наших VIP-консультантов ЛО более 100 баллов. Вот меня эта денежка, да, смущала. Также вы можете сократить время показа, и вообще вы можете вот так вот, если вам кажется это лишним, вы можете нажать правку, нажать разделить, и вот так вот взять и удалить все. И у вас уже вот эта картинка, она будет короче. Да, вот поздравляем, полетела, да, вот это, видите, штучка, она уже меньше места занимает. И тут уже может начинаться идти перечисление, да, ваших людей. Можно сделать бегущей строкой, можно сделать мигающими, да, то есть как угодно. Также главное, также заголовок, также сколько оно будет, наверное, секунд 17, да, это, ну-ка, давайте нажмем. Даже можно больше сделать, да, секунд так, не знаю даже, давайте сделаем 25. Примерно, да, ну немножко, давайте 5 уберем, а я это примерно все подбираю, а да, вот, вот смотрите, да, 25, и вот тут вот у нас написано «Введите текст». Мы с вами, к примеру, идем и поздравляем VIP-консультантов. Так, где наша распечаточка? ЛО,
Да, берем ЛО сначала, сортировка от максимального к минимальному. Вот наши дорогие VIP-консультанты, да, мы, к примеру, их копируем, наших VIP-консультантов, да, как видите, их огромнейшее количество. Вот я их всех сейчас скопирую. Сейчас, 180 человек, обалдеть. Так, здорово, круто, невероятно классно. Да. Можете с их баловым заказом, то есть этот заказ можно переставить обратно, да, через вставить, как вам захочется, да, Ctrl-C, и идете, вставляете. Ой, минутку, куда я делала киностудию, да, и вставляете их сюда. То есть предварительно вы, конечно же, все это дело расширяете. Тут у вас сбоку рисуночек, а поэтому вам надо вот так, да. А теперь что вы делаете? Вы делаете все жирным и делаете все, наверное, каким-нибудь ярким оттенком. И размер контура узкий, и обязательно что-то желтенькое. Так, что у нас получилось? Почему? А, ну вот, да. А сейчас смотрим, да, то есть если вы этот текст ставили, у вас получается таким вот образом, да. А понятно, что это ненормально. А делаем с вами. А сейчас вот эту вот анимацию, она у нас с вами выделена бегущей строкой. То есть у вас будет показываться вот таким вот образом, да. Вы видите, что это обалденно быстро, но оно идет. Да, значит, что вы делаете дальше? Вы вот эту вот анимашечку копируете и вставляете, сколько раз вам надо. Раз, к примеру, 2, 3, 4, 5. Да, это передвигаете, оно у вас тут лишнее. И вот эту вот штучку вы продляете, допустим, до, давайте возьмем не 20, не 200 секунд, а вот так вот, да. Смотрим, да, вот она такая длинная. И сейчас смотрим, как пойдут фамилии. Смотрим, фамилии пошли тихонечко. Они читабельные. И все здорово. То есть вы можете сделать 150, и они у вас побегут быстрее. Да, вот таким вот образом легко вы можете делать свои любые поздравлялки. Если вам все в порядке, вам все понравилось, у вас все читабельно, то очень даже хорошо. Все влазят, да, как вы видите, в одну строчку. Если вы будете делать с цифрами, то, конечно, вам нужно другую анимашку, чтобы они полностью на весь экран входили. Я считаю, что таким образом нормально, да, нормально. То есть вот до сюда у нас с вами пошли поздравлялки, значит, вот это вот все было лишним. Что я делаю сейчас, да, то есть я эти поздравлялки, так, почему-то у меня много очень выделено, да, угу, докуда выделено, непонятно, да, так, то есть эти поздравлялки у нас с вами прошли, вот они заканчиваются вот тут. Отсюда вы уже можете вставлять любые другие тексты, так, не вставляется, да, и не обрезается, да, ну, то есть таким вот образом мы с вами посмотрели, да, то есть вот сейчас мы с вами что делаем? Режем, правка, разделяем, и вот это вот дело мы с вами удаляем, оно нам не нужно, да, уже, так, Shift и на последнюю, и удалить, все, да. То есть мы с вами VIP-ов поздравили, сейчас у нас с вами пойдут 3% лидеры, да. 3% лидеров мы тоже можем вот таким вот, допустим, вот это вот скопировать, да, дело. Допустим, сюда вот вставить это дело, так, давайте перенесем. И вот тут вот на главной заголовочек, да, заголовочек. И сейчас мы с вами будем поздравлять наших лидеров 3%. Да, а теперь поздравим лидеров 3%. Кто эти лидеры? Да, обязательно подписываем. Это ОЛГ более 100 баллов. Да, ОЛГ более 100 баллов. И сейчас также можете
сделать жирно. Лидеров 3%. Какие-то еще поздравления, напутствия можете сделать, что угодно. И то же самое. Вот, да, к примеру, вот так. Вот так. И ярко. Да, давайте. Допустим, нет, фиолетовый уже был. Давайте сделаем вот такой оттенок. Нет, не видно. Да, самое главное, чтобы было читабельно. Да, узкий, но обычно я стараюсь использовать что-то такое. Да, вот, пожалуйста. Я понимаю, что тут много текста. И постараюсь обрезать это все дело. Да, вот так вот. Можно таким образом. Значит, правка. Разделить. И вот это все просто удалить. Этого нет больше. Да, то есть у нас уже меньше секунд. Да, теперь поздравим лидеров 3% ОЛГ более 100 баллов. Да, все, она убежала. И тут вы уже берете опять-таки эту распечаточку и берете ГО. Да, берете ГО и смотрите от минимального к максимальному. ГО от минимального к максимальному 50-50. И вот они пошли у нас наши. Так, пролистала наши трехпроцентники. Умницы, красавицы. Тут я, конечно, вам рекомендую сделать. Так, улистала очень далеко. Я вам тут рекомендую уже сделать с групповым объемом. Так, 30 человек, 40. Да, то есть смотрите, их много, да. 70. Раньше мы их с вами поздравляли. А так, 6% лидеры побежали. А вот 201, 200, 199. Вот чуть-чуть не хватило, да? Так, копируем. Конечно, это очень много. И опять-таки главное, опять-таки заголовок. В этот заголовок мы с вами обязательно расширяем, чтобы они пошли целиком. Нажимаем Ctrl-V. А как вы видите, входят люди хорошо. Можно сделать жирным. А можно сделать, к примеру, так, фиолетовый тут не подойдет. Зеленый. С каким-то бы... Нет, лучше красный. Да, вот красный. И сделать какой-нибудь, опять-таки, размер контура, да, какой-нибудь, ну, чтобы его было видно. Далее ставим, конечно же, не 7, а, допустим, 307, да, 307, ой, 3007, да, смотрим, докуда это дело, да, все будет. Копируем вот эту штучку и начинаем. Ctrl-V-V-V-V-V. Вот оно у нас навставлялось, то есть мы это все берем сейчас на данный момент и переносим. Такое бывает, что оно вставляется не туда, куда нужно, но тут ничего страшного. Перенести тут одну секунду, да, и еще давайте, да, Ctrl 2, 3. Вот, да, вот видите, закончилось. Теперь смотрим скорость. Раз. Минуточку. Ага, забыла нажать вот эту вот кнопочку, да, бегущей строкой. И смотрим. Если идет слишком медленно, да, как вы видите, то можно сделать чуть-чуть поскорей. Берем сейчас место 307, а, допустим, делаем 250, да, и хоп. И смотрим сейчас, да, как у нас с вами получится. То есть нажимаем, и оно поехало. Да, как видите, оно едет быстрее. А вот общее время. Да, то есть, конечно, желательно, чтобы ролики были не более 15 минут, иначе их не смотрят. Мы раньше создавали получасовые поздравлялки. Если честно, ну, мало плохо их смотрят. Да? Ну вот, в принципе, и все. Осталось только прошить его какой-нибудь музыкой. Давайте с вами посмотрим целиком. Привет, дорогая команда. Спешу вас поздравить, да, к примеру. Поздравляю с окончанием каталога 8, да, то есть циферки побежали, полетели.
Далее, вы огромные молодцы, я вами горжусь. То есть это все можно сделать нарезкой с разными фонами, да. То есть для начала поздравим наших вип-консультантов. Ну, я думаю, что не так уж и быстро все, да, все хорошо. И вот вип-консультанты наши полетели, да. В принципе, все отлично. Далее смотрим, вот они у нас с вами летят и летят все это время, да. Можно фоны, кстати, и менять, да, лучше бы, конечно. И тут уже у нас с вами теперь поздравим лидеров ОЛГ более 100 баллов, да. Раз, и полетели поздравлять наших лидеров ОЛГ, которых тут вот как раз и указано, да. И потом, конечно же, вставляете любую гифку, да, то есть опять-таки вот эту, к примеру, да, вставляете ее сюда, вот она у вас вставляется. А вот это лишнее дело, конечно же, можно также обрезать, как вы понимаете, да. И вот это вот лишнее дело можно удалить, и вот у вас пошло. И сюда еще можно какую-нибудь одну, а дополнительную найти, да. То есть вот давайте посмотрим, да, вот такая вот она. Игра в самом разгаре. Хорошенькая. Так. Кошмар. Сама реклама запустилась. Ну что ж, с вами была Конна Ваня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Очень рада, что я могу быть вам чем-то полезной. А также вы можете скачивать ролики, да, к примеру, какой-то лидер идет с чеком, вы можете легко этот ролик порезать, да, вставить, так же, как эти же самые вот эти вот картиночки, да. Единственное, что я вам рекомендую, конечно же, чем-то веселым, красивым, да, не классикой прошивать, а чем-то классным, прикольным, да. Главное добавить музыку и добавить музыку, да. И вот тут, конечно, есть много всяких музык. Нажимаете «Открыть», и оно у вас начинает прошиваться различной музыкой по порядку, да. И включаем, и слышим музыку. Да, вот оно. Поехал. И все время музыка разная. Ну что ж, все. Всем удачи. Спасибо за внимание. Думаю, что была вам полезна, дорогие наши коллеги.